Так, здрасте. Как настроение? Сделай мне, пожалуйста, американо, хорошо? Здрасте, здрасте, здрасте. Привет. Здрасте. Так, всем подъем, всем вставать. Здрасте, здрасте. Как дела, как настроение? Смотри, что хочу. Давайте еще раз Гёдзе отработаем. Три варианта. С угрём и с креветкой. И я хотел бы еще раз отработать утку по-пекински. Посмотреть, все ли у нас нормально. А не хотите вместо репчатого лука туда добавить шалот? Шалот, можем заменить шалот. Давай, заменим на шалот. Но сам соус мне нравится. Но этот греческий йогурт надо к чему-то другому применить. Чтобы можно было откусить и пить. Я вас понял, что можно было зачерпнуть, да, да, и много, да, было, да, соуса. Да, да. Порядок. Так, они меня не ждали, все хорошо. Как здесь дела? Привет. Не к чему придраться, плохо. Я все проверил, у вас ни пыли нет, ничего, очень жалко. Так хочется О-о-о. Вот к чему-то прицепиться, а прицепиться не к чему. Нечего. Может, у вас рыба дохлая? Ну, как вам сказать? Да нет, вроде жива. Вы должны знать сразу же, да, когда хорошо. Вы приходите, вы уже должны сразу знать. Это гёдзе стелятина. Гёдзе стелятина. Да, рекомендую. Но их надо поджаривать больше, мощнее, сильнее поджаривать хотя бы одну половинку. У нее такой, видишь, приятный, красивый цвет. Лайма, значит, там много кунжутного масла. Все хорошо. Но чуть-чуть можно ее делать нежнее, чтобы розовый цвет оставался. Поднимаем.